Добрый день, меня зовут Регина, я с Уфы. Очень обожаю делать испанский массаж. Релакс – это особый вид массажа. Движения плавные, большие и очень такой релаксирующий массаж. И все мои клиенты влюблены в этот массаж. Этот массаж придумал испанец Энрике Гарсия. И я с первого раза влюбилась в этот технику и начала искать с 19-го года мастеров и прямых учеников Энрике Гарсии. И я через Инстаграм нашла своих учителей, и ни грамма, ни о чем не жалею, что именно у них обучалась. И всем желаю, чтобы все попробовали такой необычный испанский массаж. Кокосовое масло с Таиланда. Очень обожают мои клиенты, поэтому я взяла сегодня этот потрясающее масло. Очень нежно. Вообще, во время массажа у мастеров не должно убирать с клиентов руки. Если клиент пришел на час, на минуту даже не убираем с клиентов руки. Делаем плавное движение, давим со стороны. Кажется, что давим слабо, но так, нормальненько так. А давление есть. Переход делаем через голову, не убирая рук. Чуть-чуть шрам, чтобы это не помешает нам делать массаж. В испанском массаже есть вот эти очень длинные техники, когда одна рука массирует шею воротниковую зону, голову, а вторая рука поясницу. Здесь не работаем, как на классике. Не пол спины. Давим на всю спину. Чтобы было максимально, чтобы расслабиться человек. Крестовая техника. Правая рука уходит к левой руке, а левая моя рука к правой руке, к клиенту. Массируем голову. Мы не
массируем отдельно, чтобы человек расслабился. Переходим в другую сторону. Главное сохранить плавность, давление. Убирать стел. В испанском массаже обычно я ставлю музыку, потому что чтобы у тебя душа пела, с музыкой ты начинаешь тело клиента руками танцевать. Получается, как будто не работа, для меня какой-то танец души. И как иногда получается какие-то интересные новые элементы. Вытянуть позвоночник. Держим. За кость тянем. Клиента. Как можно. Чуть-чуть приподнимаем. Тянем.
комплименты берем крестом. Самое главное, когда я какие-то элементы, технику заканчиваю, это должно быть очень красиво. Кладем руку, также не отпускаем. Массируем ручки, поясницу, плавно переходим. Испанский массаж есть переход. Мы просто идем в другую сторону. Именно делаем переход. Шею воротником сзади. Где голова? Думаю, мастер должен расслабиться сама и массаж тоже сама кайфовать, потому что по энергетике все передается. Как себя будешь чувствовать, так и будет клиент чувствовать. Руки не убираем. У нас рука всегда находится.
Женя. Также можно здесь использовать стон-терапию, камни разогреть. Давайте по всему телу. Обязательно. Обычно я укрываю клиента, когда заканчиваю спину, заднюю часть поверх ноги. Обязательно быстро иду мыть руки, потому что мы касались ног. Когда переворачиваем клиента, мы начинаем массаж головы. И поэтому должны быть у каждого мастера руки чистые. Пройдемся мокрой салфеткой. Здесь уже можно использовать специальный крем для лица или можно хорошее масло. Сразу не с лица, а декольте. Клиент максимально был расслаблен. Thank you.
испанском у нас правая рука работает не одинаково. Голову сразу не переворачиваем. Сначала какие-то общие движения. Переворачиваем голову аккуратно. Держим. Тоже сделаем спереди обязательно. Я стараюсь обязательно закрывать ту часть тела, где я уже массировала. Например, мы сейчас должны закрывать правую руку, сохранить тепло. И аккуратно переходить на левую руку.
это делается всем, особенно женщинам. Декольте все оставлять, массировать часть тела. У кого-то, может быть, болит между грудьми, если больно, только делаем аккуратно вот здесь. Чакра. Сильно здесь ставить нельзя. Три элемента не показала правой руке, показывай левой. Thank you.
когда поднимаем клиента после испанского массажа, в основном у всех клиентов кружится голова, поэтому можно сидя сделать еще несколько таких техник, чтобы резкость клиента не вставала. Когда уже массируешь сильнее, человек просыпается. Можно массировать сильнее. Здесь у нас совсем не больно. Таким образом закручиваем, можешь стекло у клиента, кружится голова. Посидеть еще чуть-чуть. Можно предложить обязательно после массажа воды. Я вот после массажа всем клиентам говорю сразу не сесть за руль. За минут 15-20 посидеть, в себя прийти, и потом только за руль. Да, нужно минут 15, чтобы в себя прийти, потому что массаж очень расслабляющий. Я там чуть не уснул, что Регина очень спокойно так рассказывает. Очень успокаивающий. В общем, мне все понравилось. Спасибо. Пожалуйста, еще вас ждем в Уфе. У меня очень много техники. Китайская техника, анмасток, пожалуйста, рибазо, тайский массаж. Поэтому очень много техники. Добро пожаловать нам в Уфу.